Я вас категорически приветствую. Как у вас настроение? У меня настроение бодрое, замечательное. Я сегодня выспался. Вчера я был на соревнованиях, которые называются NRFest. Первым делом хочу рассказать про железо, которое будет в кристаллке установлено. Часть уже установлена, часть еще ждет. Какая-то часть будет сниматься, все будет переделываться. Покажу вам коробки, потому что я немножко в шоке с количества коробок. 16-х динамиков Урал ASPT-165 Патриот Нео будет 8 штук в машине, то есть по 4 в каждой двери. Вот таких вот динамиков Урал Армада Нео ASD-30 Армада Нео будет в дверях тоже по 4 рупора. И в тыловой крышке, память если меня не изменяет, 4, по-моему, будет. Или 2. Это не точно. И в дверях будет установлено вот таких ASPT-200 Патриот Нео, тоже по 4 штуки в каждой двери. И в тыловой крышке будет 8 штук установлено. Это то, что касается среднечастотных, высокочастотных динамиков. Также будут использоваться вот такие вот грили, симпатичные, черного цвета, Урал Саунд, и красного цвета, Урал Саунд. Ну, те, кто был вчера на соревнованиях, некоторые уже успели увидеть весь инсталл, как это все смотрится замечательно, красиво. Проводка вся Урал, 2.0 гейдж, 4 гейдж и так далее. Дистрибьюторы самодельные. По усилителям 4 моноблока Урал DB1.3500. Так, на пищалке принял решение ставить 4.260, но это еще не окончательно, возможно, будет другой усилитель. Среднечастотники будут играть от усилителей Урал PT2.1200F, широкополосные двухканальники с развитыми фильтрами. Вот, их будет 3 штуки в системе установлено. Ну а теперь пойдем непосредственно к самому автомобилю, посмотрим, что уже сделано и как это сделано. На улице замечательнейшая погода, такая же практически, как вчера была. Ребята на площадке посгорали, лица у всех красные были. Я сразу заранее прошу прощения, я очень мало снимал на площадке, потому что, ну, голова была занята совершенно не тем. Проблемы у меня с ремнем генератора. Сгорело у меня за вчерашний день их 2 штуки. Один при выезде со двора, другой уже на площадке, когда валил. Разрывает просто в лохматый ремень. Фотки я приложу, что остается от ремня. Поэтому надо будет что-то думать. По соревнованиям хочу пару слов сказать ребятам, ну, организаторам NRFest'а. Там, вопреки всем законам жанра, что называется, и площадку меняли, и дату в итоге поменяли с 30 на 7. Ну, для меня это лучшее, то, что отодвилось на неделю. Я успел собрать за один день машину и туда доехать успешно, хотя с опозданием. Кстати, по опозданию ребятам спасибо, что вошли в положение и пустили меня, несмотря на то, что регистрация в 11 заканчивается, но меня пустили позже, там где-то без 20-12 я приехал. Вот, вам спасибо огромное. На площадке все было замечательно, кроме одного. Не было еды. От слова вообще. То есть с утра там какие-то булочки были, их быстро все расхватали, там буквально за 2 часа. А я приехал уже ближе к обеду и, ну, ничего не обнаружил, кроме воды на площадке. Ходил кругами. В итоге Женька Харольский с супругой меня накормили. Спасибо, Женек. Не дали умереть с голоду. Так, ну а что, теперь кристалки. Как вы видите, сабы установлены. Сделана небольшая виброизоляция, то есть там внизу double rigged, сверху STP, Visomat MP2, по-моему, называется он. Но крыша, ну, можно сказать, что вот сейчас она еще не сильно нагрелась, но она еще играет. Такая, я думаю, еще надо будет клеить. Что я сделал? Я установил сабы, вот они, 8 двенашек ультиматумов, как вы видите. Через придавленные они специальными кольцами из композита. Кольца выгибает, правда. Ребята спрашивают, надежно или ненадежно. Ну, результат вы видели. Вернее, не видели. Результат я, не знаю, наверное, видосик вставлю. В общем, видео получится сегодня длинноватое. Ну, нудное, может быть, для кого-то. Но ребята просят подробности. Поэтому подробности сегодня будет хоть отбавляй. Уважаемые участники, не мешайте, пожалуйста, инженеру. Давай. Вот
156.6. 156.0. Стоп, замеры, все. Стоп. 156.0. Расходимся, пожалуйста, уважаемые зрители. Давайте поаплодируем участнику. Спасибо вам еще раз за хорошие комментарии прошлого года. Значит, смотрите, собрался в лон, кроме ковров и потолка. И чего? Ну, даже пороги, вот они. Даже пороги, вот они, вот он лежит, порожек. Ковра только нету и потолка, все остальное в стоке. Вот. По отделению, видите, да, немножко совсем места здесь осталось. Угу! Эхо. Вот. Там все промазал террасоном. Отделение вот это. Какие-то отверстия наверху еще были. Вот здесь вот чуть-чуть промазал. Это все будет дорабатываться. Все это, ну, понимаете, да? Просто быстро скидал до кучи, чтобы поехать. Фронт установил. Я думаю, уже снимать не буду. Все нормально. Все хорошо работает. Под небольшим наклоном получились грили. Но мне даже больше так нравится, что вот двадцатки таки с таким наклончиком получились, а 16-й ровно. Так, ну, интересно. Ну, напишите в комментариях, нравится, не нравится. Вот они грили, красные, черные. Вот они твиттеры. С той стороны вот так вот выглядит. Кстати, если кто помнит, у меня вот тут резинка появилась в том году. В 17-м году ее не было, в 2017-м поставил. Так, покажу еще жуткие... Жуткие вещи, не пугайтесь. Для неподготовленных людей это вообще страшные вещи. Вот такая вот змеиная свадьба, непонятная для простого человека. Но для меня тут все логично и понятно. Значит, лежит два моноблока, с них я вчера и стрелял. Мощу не замерял, к сожалению, приборы не взял. В попыхах вообще, знаете, как в попыхах получилось? Я вот в этих тапках, в рабочих, выскочил, вот он, дырявый. И так на них уехал на соревнования, кроссовки даже новые не одел. Так стыдно было по площадке ходить. А, что еще? Ну, вольтметр подключил, могу контролировать. Сейчас покажу, батарейки высажены. 13.1 показывает. Вот, я думаю, видно. Ну, да, видно. Вот. Что еще? Что еще? Ну, межблоки идут с Мафона. Сделал хитрый ход конем. Значит, вот это левый канал. И он идет на усилок. Приходит сюда. Усилок тут кое-как висит на трех саморезах. Этот один Y разветвляется на два канала, то есть усилитель запитан двумя каналами, как положено. И идет полностью на все среднечастотники. Вот сюда. Тут вот такая вот жуть, не пугайтесь. Ну, ничего никуда не достает, никуда не цепляет, все нормально. Наводки, конечно же, как обычно. Я думаю, всем понятно. Вот, ребят, это все не окончательно, это все будет доделываться, переделываться. Так что просто показываю процесс. Все будет абсолютно демонтироваться. Показываю вот именно то, как сделано сейчас на коленке за один день, чтобы поехать на соревнования. Вот сюда установил дистрибьютор. Вот это приходит. Два минуса из-под капота. Вот это два минуса от батареек. Вот один минус от двух секций по 100, ну, общая емкость 180 ампер. Вот. Ну, когда валить начинаешь, генератор дает, ну, сильную нагрузку. И в итоге не выдерживает ремень, разлазится. Это вот еще банки, две штуки, вот они отключены пока временно. Ну и плюсовой дистрибьютор, я думаю, видите, да? Это вот на ПТ-1200, это на второй ПТ-1200. Это вот на два моноблока. Ну и пока все, четыре усилителя пока. Но они будут сниматься сегодня, я буду все демонтировать. Пока погода позволяет, надо работать. Так. Так, так, так. Про головное устройство ничего говорить не буду. Пока еще не утверждено оно. Это так. Просто чтобы поехать.
Тут вот так вообще тоже сикость-накость, потому что он упирается в кузов. Здесь вот стена довольно-таки сильно на улицу торчит. Тут все то же самое. То есть один тюльпан и разветвлен на два этих, на два канала. Вот я думаю, что наводки, скорее всего, здесь из-за силы. Но это будем искать потом. В процессе буду как-то регулировать. У ребят набрал водички, попросил, чтобы привезли из белой глины. Хорошая вода у ребят там в поселке. Приятная, вкусная. У нас жесткая вода, не очень вкусная. Так, по проводке здесь под капотом. Я думаю, видели, да, уже дистрибьютор? Тут все по-простому. Куча минусов, куча плюсов. Всего 4 контакта. Вот такая вот контактная группа. Генератор подключен через предохранители по 400 ампер. Вот он минус 2.0. И вот тут плюс 2.0. К сожалению, ремень ручейковый, 4-ручьевый всего лишь навсего, потому что штатные шкивы вот такие вот. Я думаю, видно вам, да? Вот. И за счет этого еще и маленький охват шкива и ремень, ну, буквально там, я не знаю, может быть на пятой, может быть на какой-то минуте просто разлетается в лохматы. Вот наклеечку такую привез. Были мы, ну, состоялось состязание на площадке компании DAF. Видимо, там, ну, стоянка для грузовиков или техобслуживания. Ну вот, 23 номер был у меня. Как-то так интересно получилось. 60 с лишним участников, а номер 23. Хотя я приехал последний, можно сказать. Вот. Тут шахта пустая. Не знаю, может быть, что-то сюда поставлю, чтобы в дороге слушать каких-то пару динамиков. Может быть, под сиденье кидать надо будет. Потому что ехать слушать стену, ну, как-то, мне кажется, не очень хорошо и очень сильно отвлекает от дороги. Хотя, кайф. И еще, ребята, хочу показать. Вот здесь. Видите, как пену видно, здорово. Надо будет что-то засунуть или карпет уложить, чтобы темно там было внутри, чтобы не было это видно, потому что вот когда крышка поднята, еще не так видать. Ой, напущено. Когда поднял крышку, какое-то переотражение идет, и прям смотрите, как все видно там. Вообще жуть какая-то. Ну и тут надо будет тоже что-то придумать, я не знаю, как-то заклеить это все там. Фанера мне до верха, видите, кусок такой попался, не достает. Погода шикарная. Показать вам, как алыча цветет. Посмотрите. Когда мы с супругой поженились, кстати, вчера годовщина была, а я на соревнования поехал. Вот когда меня спрашивают, а что нужно делать, чтобы в автозвуке иметь успех. А вот так, ребята, все дела откладываете вообще, и все свое время, все свое личное время тратите на автозвук. Вот тогда вы будете успешны. И это касается не только автозвука, это касается любого дела вашего. Чем бы вы ни занимались, если вы жертвуете всем ради этого дела, то вы рано или поздно становитесь успешным человеком в этом деле. Вот так, в двух словах. Приятно так пахнет алычишка. Растет она уже, я не знаю, сколько лет. Дай бог мне памяти. 18 или 17 лет. Пчелки летают. Вот она сидит. Красота. А звук слышите какой? Такой кайф, ребята, в деревне жить. Ни за что на город не променяю. Какие бы деньги ни сулили, не поеду в город. Не вижу вообще смысла. Вы представляете, сколько алычи будет, если мороз не ударит? Ветки поломаются. Вот он, абрикос, он уже отцветает, уже бутоны такие осыпавшиеся, видите? Лепестков мало. Буквально несколько дней назад он был весь в цветах. Но уже вот какая-то часть почек осыпаться начинает, какая-то еще не раскрылась. Интересно, как цветет. Ну тоже шумят пчелки, гудят. И везде вокруг, посмотрите. Вот это алыча. Вот это с зелеными листиками, это яблоня. Там вот алыча. Там вот, вот персик. Это вот розовенькие тоже персики. И везде смотришь вокруг,
Везде цветут деревья. Красотища вообще неимоверная. Ну и зелень, конечно. Весь огород в зелени. Петрушка подошел, пучок сорвал, курочки пасутся. Да это ж кайф, ребята. Какой город? Зачем он нужен? Тут вот цветочки какие-то растут. Интересные. Там вон щавель. Видали щавеля сколько? Варить, не варить, не переварить щи борщи. Почти забыл, но вовремя вспомнил. Смотрите. Вот она ручка. Как она смотрится. Перетянутая моими лично вот этими вот кривыми руками. Такой вот шовчик. Видно, да? Вот ее когда в руки берешь, ты не то что ощущаешь, что она обтянута, а ты еще кайфуешь. Это же я сделал. Это прям душу греет. И вот руль. Смотрите. Вот он. Один шовчик. И тут вот шов. Такой макраме, по-моему, называется. Когда в каждый стежок. Кривовато, конечно, профи, я думаю, увидят косяки все мои, кто занимается давно. Тут вот торчит. Тут там слегка не натянуто. Тут вот торчит шов. Тут тоже вот неправильно все. Тут вообще вот как будто отходит. Но я очень доволен. Это вторая моя попытка обтянуть этот руль. Ручка тоже вторая попытка. Первый раз он был черный. Если фотки найду, прикреплю. Официальный результат на датчике автомобиль показал 156 децибел на 37 герцах. Вот. Чуть-чуть повалил на площадке. Видео обязательно же прикреплю. Посмотрите. Может быть, вам будет это интересно, что-то подскажет. Thank you.
Залитие немножко страшновато, когда генератор перестает заряжать. Просад до 12,4 я максимально видел. Уже как бы страшновато за банки, что они так сильно просаживаются. Но вроде ничего, 13,1 сейчас стоит, разрядился. Сейчас пойду зарядку достану, поставлю на зарядку, пусть заряжается. Ну а тем временем, пока это все заряжается, я буду это все разбирать, потом буду переделывать. Обо всех переделках обязательно же буду вас информировать, конечно же. Поэтому, ребята, и как недавно кто-то сказал из блогеров, обязательно поставьте колокольчик, напоминалку об выходящих видео, потому что не всех подписчиков почему-то уведомляет о новых выходах видео. Вот. Ну и подписывайтесь обязательно на паблик ВКонтакте, там... ВКонтакте я практически всегда видосы выкидываю. Практически всегда. Ну и огромное спасибо тем, кто не пишет мне в личку, не пытается меня достать какими-то простыми вопросами повседневными, а пытается сам разобраться. Ребята, читайте книжки по автозвуку. Антон Николаев отлично написал книгу. Найдите ее. «Музыка в твоем автомобиле», по-моему, называется. Это ведь несложно. Загуглите, она есть везде. Хочу выразить огромную благодарность тем ребятам, которые помогали финансово в этом месяце. Огромное вам спасибо, ребята, дай бог здоровья. Благодаря вам я купил у Рустама Касимова пачку вибры. Посоветовал, вот чисто по его рекомендации, взял я визомат MP2, взял листы 0,75 на 0,53, упаковки 10 листов. Это такой интересный материал вообще на самом деле. В общем... Вот так, если его гнуть, вот он сейчас в прохладном месте, он жесткий. Вот, и клеится он с помощью фена. Здесь у него липкий слой. То есть эту пленочку вот так убираете, он сразу липкий. То есть теоретически его просто можете так прилепить, но эффекта будет мало. Его нужно греть, чтобы он принимал полностью форму, чтобы из-под него выгонять воздух. И тогда будет эффект. Вот, пока я закатал потолок дополнительно к дабл ригиду сверху один слой им, ну хочу, наверное, слоя еще три бахнуть, но это так, мысли пока, надо будет подумать и посоветоваться, конечно же, с Рустамом, потому что в постройке именно стен у меня опыта нету, все, практически всю информацию стараюсь пропускать через него, интересуюсь очень, очень многими вещами у него, что-то подсказывает. Что-то я делаю по-своему, конечно, потому что я же умный человек, я же самостоятельный, взрослый уже парень. Вот. Но все равно очень много вопросов ему задаю, пытаю очень часто всякими глупостями. Спасибо, кстати, Рус, тебе за терпение, это неоценимая помощь вообще. Очень благодарен тебе, дружище. Дай бог здоровья. На этом на сегодня все, вот такие новости. Спасибо, что были эти несколько минут со мной. Всем вам большой удачи в жизни, чистого и громкого звука. Пока. Увидимся.